Кажется, еще немного, и многотонная железобетонная конструкция рухнет. Бурные потоки подмыли берега Сайрамсо. Под воду одна за другой начали уходить плиты моста. Уровень реки в течение последних двух суток резко увеличился и произошел подмыв почвы под железобетонным укреплением. В результате образовались пустоты, и бетон стал рушиться. Чрезвычайные службы как могли отводили большую воду. Главной задачей специалистов стало предотвращение дальнейшего размыва берегов. По словам специалистов, железобетонное укрепление берегов реки Сайрамсо было сделано в 2012 году. Сейчас власти всячески пытаются предотвратить омывание берегов реки путем сбрасывания железобетонных остатков в воду. Власти приняли экстренное решение установить знаки и ограничить движение большегрузного транспорта. Местные жители говорят, что сделать это надо было уже давно. Возможно, тогда и ситуация не была бы такой плачевной. Гравийное покрытие реки растаскали, вот и вода размыла берег. Кроме того, 40-тонники катаются по мосту, а он еле стоит. Он не рассчитан на эти ховы. Прекратите, сделайте объезд, сделайте то, сделайте все. Сказали, это не наша проблема, это пускай ездят. Средний ремонт моста 1970 года постройки был сделан 5 лет назад. На эти цели было выделено 28 миллионов тенге. Тогда были заменены тротуарная плитка и асфальтированное покрытие моста. После того, как уровень воды спадет, здесь начнутся работы по восстановлению. Сколько на этот раз понадобится средств, предстоит выяснить специальной комиссии. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Утрар».